Viewer discretion is advised. Ага. Так что сейчас ждем эту псину и продолжим. Наврал нам. Ты чё сказал, пиздюк? Ты кого псиной надо? А, паста, ты ёбаная. Ну-ка, завали ебало. Начинается. Блять, ты кого назвал, мразота, блядь? Ты умеешь нормально общаться? Мне кажется, ты даже... Блядь, ебаная, ты кого нахуй псов назвал? Я твоей матери бородатый. Какой же он клоун, ебаный в рот. Ебать! Мне кажется, ты даже не услышал слово «мразь», то уже начал. Слушай, Юра. Короче, слушай, я решил, что я не могу больше так. Я на самом деле просто всю правду. Я расскажу всю правду. Ребят, ну на самом деле мы с Юрой заранее договорились все это провернуть. Блять, вот, сейчас. Юра, хочет... закрой ебало свое. Давай, ебало свое закрой. Я тебе вот, еще раз говорю, я все пруфы скинул, блять, ведущим. Юра, я больше не буду играть. Я больше не буду играть в свою игру, я хочу рассказать. Юра, ты даешь высказаться людям, что ты орешь? Юра, я сейчас... Хвались нахуй. Еще раз тебе говорю. Юра, я больше не буду в твою игру играть. Я хочу всем рассказать, как все было. Ты что думаешь, тролль? На самом деле, Юра меня попросил все это сделать. Переписка настоящая, и он мне сам это все отписывал. И он говорит, что мне надо как-то подняться за счет Сереги, потому что Серега в тренде, а мой лайв-канал уже не популярный. Лучше меня сюда, шаг. Да понял, Юра, я твою историю. Да, рассказывай кому-нибудь другому. Ну, Юра, понимаешь, я тебе сразу... Ну, Юр, ребят, у тебя упали просмотры. Я тебя не спрашиваю, шавка бородатая, завались. Что, последний ты это понимаешь? Сука, чё ты несёшь, блядь? Ещё, блядь, больше мямлишь, чем твой батя, когда мне очко лизал. Завались, тварь. Я твои бабки, блядь, между ребер совал, нахуй. Ёбало, выключи. Я разговариваю с Хвостовичем, а не с тобой. Останется время и с тобой поговорим, шавка. Заткнись, нахуй. Заткнись. А чё вы так друг друга оскорбляете? Вы чё, не можете нормально, что ли, говорить? Хвостович, я тебе, блядь, говорю. Ты чё, блядь, ты клище вчера спал-то, блядь, расскажи. Тебя дубосили или ты на работе был? Определись. На стриме ты говоришь, что ты на работе, а типа мне пишешь, что ты дудосил. Ты съебался, как сыкло ёбаное. Вот все вы такие, блядь. Типа ты думаешь, что он писал какую-то хуйню, выложил переписку. И это, блядь, называется троллинг. Я таких троллей, как ты, ещё, блядь, в школе нахую вертел, очканавт ёбаный. Чё ты к немагии-то побежал, блядь, помощи просить, сыкло? Ты чё думаешь, с тобой нормальные пацаны с таким петухом контачить будут? Ты чё, петух, блядь? Я тебе ещё раз говорю, если, блядь, ещё раз увижу какую-то хуйню от тебя, ты у меня пожалеешь, нахуй. И в США есть люди, которым не всё равно, поверь мне. Таких мразей, как ты, как Ваня Тюрянов, как, блядь, нахуй, ну вот таких пиздоболов, их, блядь, нужно опускать сразу. Закрой... Положняк такой, всех твоих родичей я ебал, в гробу или не в гробу, мне поебать. Я, блядь, заткни шапки, я не с тобой разговариваю, блядь. Когда ты закрой свою историю, Симонов, успокой свою суку, не выгони её отсюда. Говно, и ты теперь пытаешься... Когда я, блядь, смотрю на суку, я ожидаю, что она завалит свои ебалы, руки достать под член. Слышь, что вы, блядь, завались, я тебе последний раз говорю, ты кто такой? Сделай себе ванус, чмо. Чё ты, блядь? Какой анус, блядь? Тебе ванус, нахуй. Ты уже напился, что у тебя уже стихот не рвут, блядь. Давай, чё ты тряси гинекомастии и своей ущербной. Ты переорёшь, что ли, не помог? Ты кто нахуй такой, блядь, я спрашиваю? Ты кто, блядь, такой? Фу. Чё ты, блядь? Да, монитор себе харкни, ебантяй, монитор ты твой. Еще раз тебе говорю, Хвостович, блядь. Сучара, Юра, ты играешь, нахуй. Давай я чисто. Скажи, ты почему побежал к внимание, стекло? Ты почему? Давай ты вот если я эту переписку покажу людям, где ты, блядь, умоляешь, нахуй, смайлики ставишь через, блядь, два слова. Ты чё думаешь, блядь, тебе кто-то поможет, если я захочу тебя, блядь, уничтожить?
Хорошо, на давайте... На мой вопрос отвечай! А можно... Ты уж напился, у тебя цирроз печени, тварь ты ебаная! Иди выпей бухла, блядь! Иди выпей бухла, сука, блядь! Блюдок у тебя в эфире! Мы договаривались, блядь, я с Хвостовичем по базарю! Я тебя лично опущу, ты всех домой, блядь! Дима, 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 Да завали ебало, я твоей матери, блядь, шатал в очко под Базилио, блядь. Вот туда ей тоже совал, да, накончал на ее ебало. Жаль, только на грудь не насрал, с желудком в последнее время проблемы, а то она любит. Симонов, объясни мне, почему у тебя сучки какие-то? Юра, Юра, понимаешь, ты забил, ты забил весь эфир, ты даже сказать не помнишь. У вас не эфира, пишиная конференция, когда говорит смотрящий, блядь, пусти молчат. Говорить здесь могу я и Симонов, и, блядь, Хвостович, когда я к нему обращаюсь, ясно тебе? Свой закрой петух, блядь, ой, да дыр нахуй, за место Авроры кукарекает, сидит тут чмо проклятое, блядь. Послушаем, ребят, давайте. Я тебе еще раз говорю, дайте мне слово сказать, дебилы, блядь. Давайте, Сергеем пообщаемся, мы тут, блядь. Давай, послушай меня, Хованский, я тебе еще раз говорю, да? Ты тут орешь больше всех, между всего, между прочим, матом, понимаешь? Значит, послушай, во-первых, на правах я хозяин своего стрима, тебя прошу соблюдать дисциплину определенную. Ругаться будешь на своем канале, понял? Мне нравишься такой ты, Серега, вот он ты настоящий, ты ни хрена не добрый, не позитивный. Вот ты хозяин стрима, да, покажи мне место. Давай, покажи при зрителях, ты хозяин жизни, вот это твой канал. Что ты мне рассказываешь про крики, не крики? Ты скажи, ты зачем дезинформацию поддерживаешь? Ты эту переписку не видел, но ты вчера на стриме говорил... Я тебе еще раз говорю, я тебе написал, что я переписку увидел в видео первой части Хвостович, это Сергей, правда. Сергей. И... Зачем на стриме говорил, что это правда, запись есть? Ты зачем тогда, если ты не знал, говорил, что переписка... Я скажу зачем, ребята, это все придумал Хованский. На самом деле Симонов ничего не знал, это Его весь... Закрой, когда смотрящий разговаривает, твое место, Шавка, мы уже определили. Ну, Сергей, слушай... Вот смотри, Юр, я считаю так, что, в принципе, всю эту кашу заварил ты на самом деле. Объясню почему. Первое, ты снял видео, в котором конкретно пошагово... Еще мне у тебя нужно разрешение спрашивать, чтобы видео снять? Нет, видео ты можешь снимать, но ты должен как бы предоставить... Что я тебе должен? Факты, понимаешь? Серега, я тебе сказал, фактов будет навалом. Мы с тобой побеседуем. Я сегодня зашел к Хвостовичу. Мы с тобой и про Титаник, и про ДТП. Я сам факты не копаю, просто ты Бибаран не читал. Ты недооцениваешь, Абдулей. Как только у меня на руках все это будет с Титаником, мы с тобой обязательно поговорим. И про факты, и про нефакты. Я понял, ты решил идти в отказ. Перейдешь в полный отказ, как настоящий хороший бандюк. Я понимаю, но я, блядь, Пал Палыч Знаменский, понимаешь? Меня так просто на мякине не проведешь. Я принесу доказательства. Ты меня послушай, Юра. Давай. Абсолютно. Это первое, да? То, что я в своей жизни... То есть тебе не нужны доказательства? Может, зрителям твоим нужны? Ты можешь мне слово сказать или нет, или ты меня будешь перебивать, как шапка. Хорошо, хорошо. Дай мне договорить. Значит, во-первых, по поводу Титаника, это вообще не твое никакое дело. И вообще ничье, ясно? Значит, ты мне предъявляешь там, значит, что я тебе не предъявляю. Не, подожди, ты в своем видео сказал то, что у тебя есть. Я в восторге от тебя. Я говорил, что ты умнее 90% населения. Мне и твоя карьера нравится. Я говорил о том, что было бы неплохо рассказать про это, а не про вот эту липу с добром и позитивом. Вот что я сказал. Я тебе еще раз говорю, это липа для тебя. Для меня это девиз жизни. Я тебе так и написал ВКонтакте. Понятно? Ну смотри, вот как ты сейчас разговариваешь, это не добро и позитив. Это настоящий Сергей Симонов. Он злой, он, блядь... Нет? Послушай, нет, послушай, я же не договорил еще. То, что я в своей жизни видел, понимаешь, ты 5% от этого, проживя свою жизнь, не увидишь ни хрена, не сомневаюсь. И пугая меня там, то, что ДТП там, или там ваши обзоры. Я не пугаю тебя, я просто хочу побеседовать с тобой. Я хочу помочь тебе открыться. Да ты не беседуешь, ты орешь как баран, ты даже сказать не даешь. Да хуй, я не с тобой разговариваю, Шавка. Да вот именно, что ты просто не затыкаешься. Я хочу помочь, Сергей, интересный человек, я а зачем, у тебя денег нету, ты бомжара ебаная, зачем ты доллар носишь, сука? Ты че доебался до моего доллара? А ты зачем бомж? Ты че, дарюга, надел доллар, блядь, нахуя ты надел доллар, ты сука бомж? Я за одно видео... Пошли вон нахуй, блядь! Твой ебаклак! Иди, иди, мамке пожалуйся, щенок ебаный, блядь! Не обоссись по дороге в яичек, ты спермочку не расплескай! Какой агрессивный! Я, Серег, всецело за! Я тебе говорю,
Я не собираюсь тебя припирать как-то к стенке или говорить, нет, что ты бандит. Ни в коем случае. Я с тобой хочу поговорить откровенно при твоих зрителях, чтобы они узнали, что ты не дебил, который уперся в это добро и позитив. Ты гораздо более многогранная и хитрая личность. Профессор Мориарти, если хочешь, или Штирлиц. Поэтому вот эту вот клоунаду, типа, я добрый на самом деле, ну, мне-то не надо разыгрывать. Не, может... ну подожди, а в чем мое зло? Вот объясни мне просто, я вот этого не понимаю. В чем оно вот конкретно для тебя проявляется? Я что, кого-то оскорбил? Не ударить, зло, убить? Я не зло. Я вижу человека, который скрывается под какой-то личиной и на самом деле является гораздо более интересным. Под какой? Под какой? Ты аргументируй. Ты говоришь, под личиной добра и позитива, Серег. Да нет, это Хованский, а под какой ты личиной скрываешься? Почему ты правду не хочешь рассказать? Я настоящий, смотри, я во всех роликах настоящий. Я с вами договорю, пойду стримить, я там точно такой же. После стрима приду ты там... Ты расскажи, как ты мне писал и просил на Серегу накатать, чтобы притвориться, что это все он сделал. Я почему приду... ты не выложишь нашу переписку? Ты можешь скинуть переписку какую-нибудь? Я уже скинул одну переписку. Я могу и с тобой скинуть, где ты спрашивал, сколько будет через PayPal ролик со мной сделать. И так... снимай ей скинуть. Я, чувак, ты пиздобол. Тебе доверия больше нет и не будет. Это что значит костяк, пиздобол? У тебя бомбит. Потому что я больше не делаю, как ты хочешь. Нормальные пацаны с петухами, они контачат с ними в скайп-конференции. Вот почему ты поддерживал человека, который очевидную липу втирает и утверждал, что... Хованский, понимаешь, у тебя бомбит. Это чисто понятие. У тебя бомбануло. Ты улетел на Марс на своем пукане, понимаешь? Я таких планов, как ты, типа, не Федоров или это. Слышишь? Долбоёбами. Вот подумай. Уважаемые зрители, подумайте, пожалуйста, зачем Хованскому связываться с человеком, у которого 60 тысяч подписчиков? Вы сомнили себя троллями, нахуй. Вы не тролли. Вас как не называй, вы, блядь, отбитые наглухо. Еблан. И ты пиздобол, и тебя еще найдут. Не я, мне тебя даже не покупать, неохота. Но люди, которые, как и ты, вот занимаются подделкой переписки, пиздежом, они всегда очень плохо заканчивают. Всегда. Всю свою жизнь ты пиздишь, ты всю свою жизнь пиздежом занимаешься. Вся моя жизнь настолько же настоящая, насколько и то, что твоя мать грязная, вонючая шлюха. Америкоска, блядь. Сосет нигером, блять, устраивает гэнг-бэнги, а ты плачешь, блять, на втором этаже. Папочка, папочка, зачем ты меня бросил? Отчим засовывает мне пальчик в попу. Завались, шавка, я с Сергеем разговариваю. Единственный человек, достойный здесь моего уважения и разговора, это Сергей. Рыжий тоже нормальный, молчит, не встревает, что сделать. Рыжий тоже молодец. О, уважение, тебе следует извиниться, понял? Соси хуй, тварь! Я поменялся только перед Кристиной Си, когда меня амбалы в падике вылавливали. И перед твоей мамой за то, что на лицо ей кучу не навалил. Повторюсь, блядь, желудком проблемы в последнее время, алкоголизм. Ну ничего, на диете сижу, кефирчик пью, скоро новую кучу ей навалю, блядь. Шлюхи этой старой. Ребят, есть переписка, Юра мне скидывает. Юра скидывал переписку. Сейчас Хованский встает на колени, ты его прощаешь. Да тихуй, мразь, блядь, бородатая, завались. Морон, говори. Ну-ка, на не вставай перед нами. Подождите, ребят. Юра вчера скидывал переписку, где Александр просит рекламу, потом... Сейчас даже открою ее, чтобы... Тоже все забыл. Да. Просит рекламу, а потом пишет то, что чё у тебя бомбануло, скидывает ссылочку на это видео, и потом уже конфликт какой-то большой. Да, то, что его задудосили, типа, он скайп спалил на стриме, его задудосили. Еще момент, ты вчера говорил, что ты на работе, сыкло пиздлявое, блядь, убежал, как только я в чате появился на Твиче, увидел, что очко, блядь, подгорает, нахуй, и съебся. Крыса, блядь, цикливая. Хвостович, блядь, твое место возле параши, а не в конференции с уважаемыми людьми по типу Сергея. Смотри, как он бомбит-то, блядь. А ты вообще отправляйся к нему, мой додыр. Вы вдвоем, друг, ты будешь глав, петух, ты громче кукарекаешь. А Хвостович у тебя на подсосе будет. Че ты так бомбит? Ну вы там меняться будете по праздникам, блядь, или там на Иванов день, уж не знаю. Дурочка Хованский, скажи мне, тебе сколько лет? Ты просто школьник, которого бомбануло. Ты что-нибудь кроме бомбанул-то сказать можешь, мудила?
Эх ты! У меня бомбануло от того, что целое поколение таких выблетков, как ты, вымахало. Ты боишься Сергея Симонова, что он приедет и отъебет. Из-за этого ты, сука, так и кипятишься. А ты, Сергей, блядь, вот это вот говно у себя взращиваешь. Ты должен нормальных, четких пацанов проповедовать. Типа не мать, как раз. А у тебя здесь петухи сидят, отборные. Баная. Ты откуда вообще появился, Дмитрий, блядь? Расскажи мне нахуй. Помню только мамку твою и родственников, а тебя как-то подзабыл. Канта горит под духом. Похож на хоббита, если бы он выродился 7 лет, трахаясь с ***ами. Ха-ха! Выебок, блядь. Серега, в общем, я всецело за стрим с тобой, без всяких подпёстков. Как будет 200 тысяч, поговорим. Я никаких не думаю, что я тебе угрожаю или собираюсь какие-то типа делать. Ты ему слова не дал сказать. Чтобы мы с тобой поговорили, как нормально, не как со стенкой из добра и позитива. И вот увидишь, когда твои зрители увидят, что ты не просто вот это вот добро и позитив надпись, а ты человек, ты живой человек и интересный, вот тогда и ты перестанешь быть королем дизлайков. И скажешь мне спасибо! Все знают, что на Ютубе конфликты фейковые. Этот конфликт. Соси хуй, тварь, блядь, я тебя еще поймаю, мразота. В общем, блядь, нормальным пацанам удачи, вечер в хату. Никита, Моран, Серега, петухов, петушиное, блядь, отделение. Удачи, нахуй. Давай, пока. Короче, пока. Сергей, стоп, Сергей. Стоп. Скажи. Ну я хотел пару слов сказать. Очень много мата, очень много хамства, особенно, вот, знаешь, вот я вот не очень это люблю, очень сильно режет, да, ухо. Одно дело, когда ты там на улице, там один на один с кем-то разговариваешь, я, поверьте мне, я думаю, что Хованский вряд ли бы так себя вел, потому что я думаю, что он бы в лоб получил просто вот, ну, на 5-й секунде от меня, например, вот, сразу, просто сходу, вот. Предъявить мне то, что вот мне там пытаются, да, вот, ну, к сожалению, пока вот, ну, нечего, просто нечего. По поводу того, что я якобы там был в солнцевской группировке там или еще что-то такое, ну тоже бред полный. Этого просто не было. Я уже тоже 1000 раз на эту тему говорил. По поводу ложек то же самое. Про ложки я тоже говорил, что я их гну реально. Есть видео, есть люди, есть свидетели, которые это видели. Че, по поводу Хабаровска? Ну по поводу Хабаровска, да, это была шутка с Усачевым, ну и что? И это мем, он гуляет по интернету. То же самое, как Дада, не удивляйтесь, там, чао, пока. Я из Хабаровска, я и сам иногда пишу, я из Хабаровска. То есть это прикол. Чё в этом такого-то, я вообще не могу понять. Да, может быть, я постарше, у меня шутки другие, там, может быть, непонятные, там, 15, 18, 20, может быть, даже как Юрий 25-летнему там человеку. Может, они непонятны. Он похож на суку. Нет. Ну так почему же ты пытаешься наебать его как последнюю суку? И это мем, он гуляет по интернету. То же самое, как Дада, не удивляйтесь, там, чао, пока. Ну самое каверзное, это про ложки, блин. Ты еще так говоришь, типа, я их гну, все... Да не, ребята, я сейчас не шучу. Я вам серьезно говорю, че, какие проблемы-то? Да есть оно у меня видео. И есть люди, которые это видели и сняли это тоже. Все это тоже есть. И даже в Ютубе этот ролик есть. Или надо вот называть маму там чью-то, что он там чуть навалил там на ее лицо. В этом прикол, в этом что ли стёб? Вот поэтому у него столько подписчиков. Или там такие же подписчики, которые точно так же на чью-то маму навалят кучу говна. Вот это сейчас вот считается как бы это силой, да? Вот я сейчас говорю, мне уже вот просто Хованскому хочется взять и говорит, ло, блядь, залетите. Понимаешь, если бы он мне сказал, что он на мою маму навалит кучу говна, да я бы из Америки сейчас билет бы купил. Знаешь, заработанных денег нам хватит на очень много авиабилетов. Я разных людей встречал. Вот сейчас вот я был в круизе, там со мной человек один был, ну реально авторитетный человек, там, ну, как бы не буду называть фамилию, да. Вот у него нет образования, да, у него 15 лет там отсидок, да. Но вот он просто культурный человек, понимаешь, он, заходя в ресторан, вот отодвигает своей жене стул, понимаешь, чтобы она села за стол. Вот он говорит там, типа, я скрываюсь под причиной добра и позитива, да. Так я просто вот насмотревшись, вот примерно того, что я сейчас услышал от Хованского, я просто понял, что я таким не буду. Я буду из себя выжимать и давить этот добро и позитив, который не всегда получается. Но я буду таким, я таким, как он, не буду, понимаешь? Он говорит, личина. Это не личина, я хотя бы пытаюсь исправиться, хотя бы. И ты знаешь, получается. И самое интересное, сейчас вот смотрят эти школьники, там сколько им там, 12, 15, 17 лет, понимаешь, и чему им учиться? О, Хованский рулит, Хованский тащит, ну и что?
Чего там прикольного-то, я вообще не пойму. Опять же, сегодня какой-то умник снял видео, я вот не знаю, Стригуль это был или еще кто-то. Опять меня матом там оскорбляет в этом видео, что я там, значит, что-то, что-то. Да ты, блин, мне напиши, позвони мне, понимаешь, спроси у меня вообще, как, чего. Нет, он уже видео закатал, там уже понеслась там опять Симонову дизлайки ставить, понеслась там, понимаешь? Вот да. В чем дело. Вот в чем дело, потому что я не такой, как они. Я не такой, как они, понимаешь? Я другой. Сеть японских кафе Марукамы. Пожалуй, лучшая лапша в городе. Я говорю, твоей маме бы это приятно было, если бы она сына в таком виде видела. Я говорю, моей маме это неприятно. Хотя мне лично все равно. А люди этого не понимают, для них это смешно, понимаешь? Вот, к сожалению, интернет, он сейчас такой. Вот в чем дело. А ты что думаешь, Хованский не боится реально? Вот он 100% боится, понимаешь? Я тебе говорю, вот в реале боится. Ну, интересно же, как оно в реале-то будет. Просто вот я говорю, я как бы спокойный человек. Ну, знаешь, вот я помню еще тоже вот из школьных лет, там, да, даже со студенчества, да, я вообще такой вот, ну, как бы, ну, меня трудно раскачать на что-то вот такое, да, плохое. Но если меня раскачаешь, все, я уже просто как паровоз несусь. Поэтому вот сейчас вот примерно до этого состояния я дошел. Добра и позитива. Сергей, у меня такой вопрос. Что вы будете предпринимать против Хованского? Да ничего. Да ничего. Че, я вообще? Да нет, ну при встрече мы встретимся, пообщаемся. Там, может, с камерой, может, без камеры. Не знаю, посмотрим, как получится. Ну, тут просто вариантов нет. Одно там дело, как бы школьник, да, могут простить просто. Ну, и то, я думаю, что ноги переломают. А так вот, если взрослый дядя, ну, это точно, я тебе говорю, там чем-то не очень хорошим это закончится. Мне кто-то тут писал, что типа там в американском блогинге то же самое. Ну, что-то я такого не видел вообще. Я не видел такого в американском блогинге. Блин, я не видел. Я тоже не видел. Интересно, в Америке, мне просто интересно. В Америке Абдули есть? У них там, может, своя это... Нету Абдули. Нет, это русская это тема. Чисто вот эта российская тема. Я просто уже не понимаю. Там постоянно они пишут какой-то дебилизм. Вообще я не втыкаюсь там с этим пипарамом. Да, это чисто российские школьники. Блин, ё-моё, ну думаю, ну чё за херня, короче, какая-то. Вообще непонятно. Это мразь, это, блядь, король параши, блядь, ты щушкарь, блядь, говно, блядь, король параши, блядь, сука. Слушай, смотри, я чё говорю, я говорю, ну я лично, да, там, я так считаю, если мне человек там в своё время там заплатил бабки, я его пиарил, потом прошло какое-то время, он поднялся, и его, значит, нужно там загандошить, да? Но это же неправильно, но это просто не по понятиям, я так не привык, не по понятиям. Ты же вроде там что-то включил. Да, да, ну там вообще Юрец нассал просто всем в рот, я бы так сказал. Ну, я Михаил, я считаю, что вы не правы. Он просто хвостой еще порвал, вот ему на очки надо Михаил, я считаю, что вы зря подлизываете Хованскому, потому что все, что он сделал... Да он, я че, как я подлизываю Хованскому? Блин! Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Да, я правду констатирую, но он чисто тебя просто разорвал Я тебе по факту говорю, что он пришел... Сань, да он бы, ей-богу, он бы с тобой бы рядом стоял бы, ты бы у него сосать бы начал, реально, блядь, так бы и было. Он начал кричать, он не дал никому сказать ни слова, и он слился. И ты Саша, говоришь, да Саша, это поведение называется затроллить до поноса. Это нормально, абсолютно, это... Саш. Я сейчас занимаюсь тем же самым, чем занимался Хованский. Если ты сейчас будешь говорить, я еще громче буду говорить. Как только ты будешь говорить, я буду еще громче говорить. Потом скажу, что я мамку твою ебал. И потом... Ты выглядишь как дебил. Все, чего ты добиваешься, ты добиваешься то, что выглядишь как дебил. И все, потом скажу, все, пока. Я могу так сказать, ты можешь закрыться в комнате с Хованским и лупиться с ним в жопу, блин. Вот вы вдвоем подходите. И Александр полетел в стратосферу. Все! Куда я полетел? Сань, ты орешь, как папка какая-то. Сань, ну это понятно, что... Летел в стратосферу, Саш, только что. Какую стратосферу? Че ты визжишь? Ты нормально говори, как человек. У тебя мозги для чего? Взорвался пердак и улетел, короче. Сорвал пердак! Ой, Саша, жжешь, блядь.